За мной какой-то агрессивный водитель едет. Я не понимаю, что он ко мне привязался, если честно. Ты его задел или подрезал? Ё-моё. Не боли контору. Это агрессивный водитель. Только что как-то не понял. Фух. Я здесь. Да. Присаживайтесь. Эй, ты чё мою тачку трогаешь? А, ты меня убил! Ты... Ну я поплыл отсюда. Фаргос поражение, да? Меня Женя сбил! Ну, Андрей, ну ты чё? Ну что, самое время рассказать какую-нибудь историю. Да, Никита? Вела дорога приключений, да? Потом пострелили колено. Выбрасывай его за борт. Того... Это уже не актуально. Просто взял и выпрыгнул. Все, поехали, давай. Да поехали, чё, он вплавь доплывет, нормально все будет. Да погоди ты. Да поехали, чё. Да сейчас. Ой. Ну как водичка? Теплая. Уверен? Да. Вот попробуй скупайся, реально здорово. Освежает. Как раз перед ограблением. Негоже таким царям, как мы, водичку вкачал во время тела. Больше не будет никаких волн. Ура. Женя отошел, а мы приехали. Чё, там уже кипиш какой-то. Давай по там и туристы, и рыбу ловим. Мы рыбу ловим, успокойся. Бля, на костюмах такие. Я просто люблю пилотов. И, ну, хочу стать пилотом там. И одел костюм пилота. Жени нет, Жене нужно подождать. Или а типа... Я просто в сатану верю, да? СГ, у нас тут это... Вы на рыбное место приплыли, а мы тут всегда рыбачим, так что мы тут пристроимся рядом, да? А Женя как-то... Ну можно и так, вот прямо здесь рыбное место. Так, я пошел. Оп. Блин, куда ты? Так тупо. Пистолеты с глушителями берем. Не, не обязательно. Не, чтобы по ролю плею, типа. О, я взял один. Пистоль. Ты же с пистолем всех зарешаем, люди. Я про верхнюю. Я пост возьму. Зря же я его купил. Чё? С фонариком. Первое священное убийство должно быть с пистоля. Тихо, не кипишу. Кипишу. Они уже глушитель не слышат. Первое убийство будет с минигана. Нет. Женя плавает там, плавает. С пистоля. Распалились. Бум! Все, священное убийство есть. Погнали, парни! Там куда ублюдки? А, взрываем все. Не, я не говорю, не взрываем, тут самолеты. Да, тут пофиг. Нам ведь нужны самолеты, нет? И. Ну вот. Какого? Меня убил мертвый ублюдок. Мертвые негры на. Надеюсь, заново нам не надо будет все это преодолевать. Да? Я вас миниганы расстрелял, он лежит и стреляет. Спокойно, мы тактично. Давайте тактично. Без миниганов. Берем РПГ, миниган. Женя, это уже второй раз. Кто меня сбил? Кто вообще убил? РПГ берем. Какой РПГ? Я знаю, что делать. Ну я вижу. Окей, почему-то мы уже наверху или нет? Сразу пулемет у вас стоит. Мы по тактике. По тактике. Без священного убийства пистолем. Погнали! Погнали! Я самый медленный убил. За укрытие. Ублюдки! Женя, ты какой-то злой. Мэйдэй.
Бум! Бич. Где еще эти уроды? Угадайте, у кого будет бронза? У меня! Потому что почему? Потому что я бежал в другую сторону, хотел обойти хитро. Там, оказывается, под нее монет. Ты не за это же дают? Чего, я залезаю? Да за это дают. Нет. Ну да. Ладно, может и за это. Больше всего убийств, там еще всякое дерьмо. Так, осторожно. Ребят. Ладно, можно гасить. Щу, полетели. Ракеты, оп, погнали. Только друг в друга не врежьтесь. Хорошо. Это очень тупо. Там что-то Никита протупил где-то. Да, 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 протупил. Ой, а далеко мне бежать сейчас придется. Че, сваливаем? Женя, нет, опять! Короче. Я что-то отвлекся. И что здесь? Что случилось? Вода? Вода. 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 Вода случилась. Воду упал. Я еду понюхать хотел. Ублюдок, он меня попасть. Тебя это не сорвал. Запустил ракеты, запустил ракеты. Осторожно. Есть. Осторожно! Это твоя ракета была? Да. Лоб. Ты начал резкий маневр и прямо под мою ракету. Ты жив там? Да, жив. Все-таки этих лагеров можно было убить. Да что такое-то? Мне не повезло тупо. Но зато Никита сейчас на самолете полетает. Да. И уйдет. Данил, да? Не смей стрелять, а, ладно. Да я думал, пулемет стоит. Давайте сразу этих ублюдков. Да, сразу грохнем их и полетим уже. Ты, Женя, ты на правую или на левую сядешь? Я тоже сесть хочу. На правую, значит, хорошо. Тогда я на левую. Я тоже. Да, все садимся. Все разбились. Да не. Вот это, кстати, более вероятно. Да ну, я четко сел. Это профессионал. Ага. Опа. Четко. О, наконец мы устали вас ждать, да? EMP comes out of the jet, goes back into the 4x4. We use the jet to make some money, destabilize an oil state, and we prep the insurgent to go back into the Meriwether fleet. Now, you, we're moving on to phase 2. And that means taking the insurgent, once it's fitted with EMP, and getting it into humane labs, so we can turn the lights up. Hey! Careful with that thing! It also means getting a Valkyrie attack chopper from, well, this will teach you who to listen to, Meriwether Security at the port of LS. Once we're done with that, we'll go back to your place, get started on that thing I know nothing about. Yeah, come on. Details are on your board. Забавно выглядит. Масло где-то потеряли. Ну, в воздухе еще. Я ж не приземлился, да? Сзади, красный. Красный нас сейчас мстить будет. Тут у нас спавнил дерьма. Ага. Самолеты. Там. Вы там офигели, что ли? Убивай как. Ё-мо, осторожней. Вон он, what читер. Это вот, походу, он читер. О, он меня выкинул из машины. Вернись за мной. What the fit. Кинуть C4, бомбануть. Иди за мной, я все очень плохо. Ё-моё! Что за херня? На меня падает самолет! Самолет падает! Ау, ты меня сбил! Я завис! Валим отсюда! На нас самолеты падают! Я не могу сесть! Я вышел из. Чё? Я погиб просто так. Подбирай меня. Я валюсь с этого места. Ну нахер! Почему я горю? Почему я внутри НЛО? Почему я внутри НЛО?
Мы походу убили читера, и ему что-то не нравится. Потому что я постоянно горю. Ох ты ж, ё-моё! Я в самом центре этого дерьма. Меня надо оттуда как-то вытащить. Я в центре самолета, я в самолете, черт! Выход. Но я все равно горю. Во мне костер! Во мне костер! Он заспавнил во мне костер! А все, ох ты ж, ё-моё, как это со стороны выглядит. Можешь меня подобрать? Я просто лагаю. Все больше и больше дерьма сыпется с неба. Я провалился под карту. Круто! А я валю подальше от этого всего. Потому что в центре был реальный какой-то ад. Господи. У меня машина перестала ехать. Я перестал ходить. Тут что-то невидимое. О, все. Во что-то невидимое вылезает. Тут какая-то жесть творится. Вот сейчас мы доберемся до самолета и вам. Да вам уже и так хана. Пролет под мостами. Но не. Мы будем убивать людей на вертолетах. Угу. О, осторожней. Вау! Этот вертолет упал на валькирию. Wow. Ты вот на этом со... За тобой, за тобой! Черт! Потому что нету. Фак, мне хана походу. Печально. Сбил! Да, я сбил его. Я заказываю еще. Да нормально все. У нас движок вырубился. Да нормально, я завожу его. Я завожу его. Мне написало, ваше транспортное средство уничтожено. Я сваливаю. Я сваливаю. О, блин. Почему он так не хотел открывать парашют? О, я могу с РПГ стрелять. Нам просто сказали то, что на транспортное средство типа конфискуют. Транспорт скоро самоуничтожится. Выпрыгиваем! Я кувырком полетел вниз. А чё нам не везет в одном и том же месте? Я опять на пляже заспал. Я машину тут заказал. Йота у меня точно не было. Ё-моё. Я так, там вот цикл рядом стоит. Я его спасу. Тебя там штраф хоть выписали? Нехорошо получилось. Да вроде нет. Я же его не взорвал. Эй! Эй! Нет! Верни водик! Я за бесплатно вышел. Как ты стреляешь? Я с пассивки вышел. Как пистолетом тебе. Ты заказал, кстати, самолет, нет? Да. Я уже подогнал. Смотри, я не падаю. Смотри, ты обернись вообще. Господи, ужас-то какой. Невидимая текстурка. Ну да. Слушай, слишком много для... Упс! Дай-ка мне за день поговорить. Ну-ка, надо сказать, что летел над землей. Слышишь, да? Женя, тебя тут критикуют. Короче, окей, я... Давай, падай! Падай! Ну, блин, у нас тут сложный процесс. Мы пытаемся сделать баг игры. Два байка. Да, два байка. Дай мне прийти. Давай, прыгай с парашютом. У меня, думаешь, есть парашют? Тут есть парашют? А, и вижу парашют, вижу парашют. Ладно, давай, ты пока опускайся, а я с парашютом прыгну. Слушай, я тебе могу, Максим, дать с парашюта спрыгнуть, окей? Хорошо? Окей. Окей, окей. Он знает слово окей, хорошо.
Так, смотри. Шагаешь вперед и нажимаешь эту кнопку. Давай. Окей, сейчас посмотрим, как он это как справится. Ну, вот можешь удар нажать. Удар, вот нажимай. Не ту кнопку. Вот эту нажимай кнопку, вот эту нажимай. Так, я нажал за него. Ой, тут еще невидимая стена. А, окей, хорошо. О. Спасибо, вот. Золя. Спасибо. Нравится? Да. Гламурненький, да? Да.